Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! И тебя, Бублик! Поздравляю тебя с Днем Победы! И тебя, Бублик! Поздравляю тебя с 9 мая! И тебя с праздником! И тебя, собака, с Днем Победы! Я тебя тоже поздравляю, и бандита тоже от меня поздравь! Я не мелкий, я не прыщ, и подписчиков 100 000. Я меняюсь, я расту, я бандита обгоню. Ах, янтарные глазки, Бублик, это я, грозный волк сибирский хаски. Бублик, рыжая сопля! Меня зовут мистер Бубл, я второй в России хаски-видеоблогер. Все знают, что первый и самый крутой на ютюбе хаски-блогер – это я, бандит. Ну вы уж так и быть, подпишитесь на моего сынулика, а то он меня уже достал со своей подпиской. Да, если вы не подпишетесь, то мы с папасей придем к вам ночью и укусим за бочок. Хосята, посмотрите, какой я крутой и брутальный грозный волк. Не, ну серьезно, мне скоро исполнится год, и я перестану быть щенком. Понятно, что когда я гордо топаю с папасей по улице, все цыпочки в первую очередь на меня обращают внимание, потому что пенсионеры никому не интересны. Но если вы внимательно следите за моим каналом, то знаете, что я люблю одну единственную собачку на свете. Это моя любимка Синди с канала «Собака по имени Синди». К ней там пытались подкатить всякие непонятные псы. Но Синди, умничка, осталась мне верна. Почему она мне так нравится? Потому что у нее необычные глазки. Потому что она очень чистоплотная и любит купаться. А еще, каждый раз, когда мы с ней созваниваемся по скайпу, она расчесывается и делает макияж. В общем, настоящая леди. Конечно, мне не очень нравится, что у нее дома живет кошатина. Но ничего, с этим я тоже скоро разберусь. С кошками у меня разговор короткий. Но самое главное, на канале Синди 20 тысяч подписчиков. Ура! Хотята, давайте сделаем моей девушке подарок. Срочно прибежим на ее канал, подпишемся, поставим колокольчик и оставим сердечко в комментариях. Представляете, она завтра проснется, а у нее в комментах одни сердечки. А потом вместе с ней мы их посчитаем. А еще я сегодня отправил Синди посылочку. Напишите в комментах, как вы думаете, что я ей отправил? Хосята, в моем прошлом влоге я попросил вас сосчитать, сколько раз я копнул лапами, когда мы с папасей-бандитом в очередной раз искали маленького зелененького камнеежку. Первый, кто написал правильное число, получил мою супер-пупер-хосячую кружку. Согласитесь, моя кружка круче, чем моего пенсионера. Правда? Так вот, из 3500 комментов под роликом лишь 44 человека ответили правильно. И первая из них была Пазломания ТВ. Поздравляем! Свяжись со мной со своего аккаунта. Напиши письмо на tv26region@gmail.com, чтобы я смог отправить тебе кружку. Ну а вы, хосята, не вешайте нос. У меня для вас новый конкурс. Мою хосячую кружку получит тот, кто первым напишет, как назывался мой влог, в котором папася-бандит впервые меня назвал Бубликом-Ютубликом. Погнали! Хосята, накануне наша страна отметила самый главный праздник. Он круче, чем Новый год или даже день рождения любого из нас. Это День Победы. Прадеды наших человеков героически сражались за Родину и за нас с вами, чтобы мы смогли жить под мирным небом. В День Победы в нашем самом крутом городе на Земле, Ставрополе, проходят очень крутые военные парады. Но они немножко уступают московскому. У нас военная техника и ракетные установки, и огромные пушки проходят колоннами по главной площади. Короче, мы самая крутая и мощная страна в мире. Кто не верит, получит в глаз. Парк, рядом с которым мы живем, называется Парк Победы. И в нем есть целая аллея с техникой военных лет. Вот этот легендарный танк до сих пор на ходу. Представляете? Наше собачье племя во время Великой Отечественной, причем к мечу, сражалось с солдатами. 70 тысяч боевых псов воевали за нашу родину. Мало кто знает, но на историческом параде в мае 45-го вместе со своими наставниками колонны прошли и военные собаки. Мои предки обезвреживали мины, ходили в разведку и даже подрывали танки ценой собственной жизни. Представьте, боевые собаки в Великой Отечественной уничтожили свыше 300 танков фашистов. В нашем городе вчера целый день проходили массовые мероприятия. Многие приходили на них в одежде Великой Отечественной. И я тоже не остался в стороне. Я напялил пилотку, взял с собой среднюю человечиху и пошел поздравлять жителей моего города с праздником Великой Победы. Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! И тебя, Бублик! Поздравляю тебя с Днем Победы! И тебя, Бублик! Поздравляю тебя с 9 мая! И тебя с праздником! И тебя, собака, с Днем Победы! Я тебя тоже поздравляю, и бандита тоже от меня поздравь! Поздравляю с 9 мая! Тебя с 9 мая, Бублик! Поздравляю с Днем Победы! И тебя, Бублик, с 9 мая! Хозяева, напишите в комментах, как вы отметили День Победы!
Ходили ли вы на парад? Шагали ли вы в бессмертном полку? И какие парады проходят в вашем городе? Хозята, если вы до сих пор не посмотрели новую серию на канале Cool Kids, срочно бегите смотреть! Маленькая Ева, которая превратилась в ведьмочку, пригласила к себе девочек на пижамную вечеринку. И чтобы все они тоже превратились в ведьмочек, она вызвала в них все их детские страхи. Ага, Вирджиния нас боится пауков. Сейчас подкинем ей паучка. Хорошо, вторая готова. Амелия боится маньяков? Так будете маньяк. Чтобы помешать Еве исполнить задуманное, на вечеринку проникла новый агент Федеральной службы времени, Ксения. И вот, чем закончилось их противостояние. Ну что, соревнования? Кто быстрее нажмет на кнопку? Чего тебе рыжая сопля? А для чего человеком пальцы? Для того, чтобы давать нам вкусняшки. Капец! Пенсия, пошли в кино. Нетушки, Бубл. Папася, пап, пенсия, отец. Гугл, тьфу ты, Бубл, чего тебе? Ты меня любишь? Ну, люблю. И что тебе после этого? Тогда пошли в кино. Капец, ах ты же рыжая сопля. Ну ладно, на что пойдем? На Мстителей. Чё? Ты еще маленький. Пап, папася, пенсия. Чего тебе рыжая сопля? А что такое тулуп? Это такая пушистая шуба. Пап, а хаски пушистые? Ну да. Человечиха, давай бандита на тулуп сдадим. Бублик, у тебя совсем кукуха поехала? Пенсия, ну ты же сам сказал, что тулуп это пушистая шуба. А ты пушистый. Капец. Пап, папася, отец, пенсия. Что такое, Бублик? Почему мы ведем себя как няши? Потому что если мы будем няшами, то нам будут больше давать оладушек. То есть, если мы не будем няшами, то нам не будут давать оладушки? Ну то есть так, стоп. Что? Капец. Пап, пенсия, пап. Чё? А что такое ботинок? Это такая жувалка. А, ну тогда почему нас ругают? Не знаю. Капец! Папа, папася, отец! Что мой любименький сынок? А что такое телефон? Это такая коробка, в которой человеки смотрят меня. Капец! А меня не смотрят? Ня. Какое коварство! Я подам в суд! Да-да. Пап, папася, пенсия! Чего тебе рыжая сопля? А что такое ногти? Это такая заноза, которая вечно сидит в лапе и не вытаскивается. Капец! Пап, папася, отец! Чё? А чё такое рыба? Это такое мясо с чешуйками, которое всегда играет в молчанку. Понял. А теперь, хозята, давайте посмотрим, что вы напяливаете на своих питомцев для того, чтобы они попали в мою рубрику. Киска полностью спряталась в бейсболке. Еще и причесываться умудряется. Вон у нее расческа из пузяки торчит. Класс! Черепаха в шляпке и ботиночках. Стоп, что? Они нарисованы! Эта черепаха незаконно проникла в мое видео. Вопиющееся негодяйство. Нужны только настоящие шмотки, а не нарисованные. Бугага, грустный кот в кожаной кепке. На водилу маршрутки похож. Капец! Кошатина в косыночке. Вот так должна выглядеть правильная русская кошатинка. Учитесь. Эти няшные наушники, ну никак не вяжутся к образу брутального пса в черной куртке. Походу он и сам это понимает, раз такой недовольный. Да, кошатинка в режиме дебила. Кстати, если на нас напялить капюшон, режим дебила включается у нас автоматически. Правильно, лысых котов надо укутывать, а то они простынут и заболеют в нашем суровом климате. Да, крутизна невероятна. Ничего себе, какие у кошака длинные ноги. А размер лапы какой огромный. Ого! Походу бейсболка тяжелее, чем собачка. Кажется, ее придавило. Хозята, жду фоток ваших питомцев в человеческих шмотках в нашей с папасей группе ВК. Мой челлендж продолжается. Хозята, видите, вокруг меня видосики появились. Нажмите на любой и поставьте этим роликом лайк. Подпишитесь на мой канал. Да, а я пока посплю. И я тоже посплю.
Я что, неясно сказал? Подпишись на мой канал, и папин тоже, а то я укушу тебя за бочок. Ага, страшнее бублика зверя нет. Но вы подпишитесь на нас, пусть моя рыжая сопля порадуется.